В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая совершила кражу в строительном гипермаркете. Ранее судимая гражданка передана правоохранительным органам. Торговый центр Леруа Мерлен, Новорязанское шоссе, 22-й километр, участок 5/2. Кнопка тревожной сигнализации. Как понял? Происшествие произошло 13 сентября. На место оперативно выехал экипаж. В строительном гипермаркете кражу на крупную сумму совершила женщина. Ей оказалась ранее судимая по статьям 158 и 161 УК РФ. Кража и грабеж. 30-летняя уроженка Республики Крым. Приехали на вызов. Была задержана гражданка, которая совершила хищение. Обычно у нас часто происходят там кражи, ну, в торговых центрах, такие как Леруа Мерлен, Ашаны, Петрович, но вот такие резонансные на 70 тысяч первый раз. За раскрытие преступления экипажа неведомственной охраны руководство торгового центра выразило благодарность, а задержанную доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.